Если все понятно, а решений нету, то это какой-то абсурд. Это, знаете, я все понял по задаче, но ответа нету. Ну, значит, вы вообще не про то думаете, да? Вот. И вот эта способность озадачиваться, включаться, использовать действительно инструмент мышления в бизнесе, это и есть то, чему психология в таком высоком и крутом смысле этого слова должна, я очень на это надеюсь, помочь бизнесу. Вот. Ну, или, конечно, мы будем смотреть на очень печальную картину, когда качество сотрудников будет снижаться, мотивация будет снижаться, мышление, да, как способность реконструкции ситуаций, бизнес-процессов там и так далее, будет снижаться. И это, конечно, фатально будет для любого бизнеса.